Salam uşaqlar, bugün rus dili 8-ci sinif üçündür və bizim 27-ci dərsimizdir. Krasiva prožitaya jizn, gözəl yaşanan həyat. Yeni sözlərimiz var uşaqlar, onları tərcümə edək. Vyshil, ziz byl napechatan. Deməli, çap olunub deməkdir. Pronizana lyubovyu, proniknuta, ispolnena, yəni sevgiyle okumuş da belə deyək. Çilavecini, dostoyni çilaveka, gumanlı, insanlıq, insana layiq deməkdir. Gəlin, indi mətini mən oxuyum və tərcümə edim uşaqlar. Trudno nazvati stranu, gde ne znayat imeni Antona Pavlovicha Chekhova. Deyir ki, Chekhovun adını bilməli bir ölkənin adını çəkmək çətindir. Он родился в городе Таганроге, расположенном на берегу Азовского моря. Азов дәнзінің, демәлі, сайлинда, ерләшен Таганрог шәһәрінде анадан олыпты. После окончания гимназии Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. Демәлі, орта мәктәбіні бітірдіктен соңра Чехов Москва университетінің тип факультетінде дахил олып демәлі. За время учебы он опубликовал свои первые произведения, а в 1884 году вышел первый сборник его рассказов. Тәсіл алдығы мүддәтті ілк әсәрлеріні чап еттірді. 1884 ілда ісі хикая топлысыны нәшір олынды. Произведения писателя опубликованы на разных языках, а его пьесы «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» и другие более 100 лет ставятся на сценах многих театров мира. Язшын, демәлі, әсәрләрі мүхтәліф диллердә нәшір олынупты. «Гағайы», «Үч бағы», «Албалы бағы» вә башқа пьесы 100 илдән артықтыр ки, демәлі, дүнияның бір чоқ театрларын, демәлі, сәхнәләріндә тамашыя, демәлі, тамаша қойылырды. Все творчество Чехова пронизано любовью к человеку. Чехов бүтін демәлі яратыцылығына инсан севгейлі опыпты. А пока молоды, сильные, бодры, не уставайте делать добро, говорил писатель, обращаясь к молодежи. Инсан беледейті, генч, гүдлі, жасаратлы екен, яхшылық етпейтен йорулмын, язычы беле генчлере мұрачият етірді. Он был врачом по профессии, бесплатно лечил людей, построил на свои деньги сельскую больницу. Демәли, ихтисас әкім еді, о, инсанлары пулсус муалдзе едірді. Өз пулу илә кент хастаханасы тихтірді. Жизнь Чехова была коротка. Он умер в 44 года. Чеховын өмірі қысайды, 44 яшында. Но произведения писателя сыграли огромную роль в развитии не только русской, но и мировой литературы. Лакин язычының әсәрләре тәйча рус дейл, һәм дә дөнья әдәбиятының, демәли, инкишафына бөйк роль ойнамыштыр. Сегодня люди из разных стран любят и ценят добрый человечный талант Чехова, умного и честного писателя. Бүген мүхтәліп өлкәләрдән инсанлар Чеховын, демәли, хейрхах, İnsanpərvər istedadını, ağıllı və vicdanlı yazısını sevir və yüksək qiymətləndirir. Belə uşaqlar, və keçək, deməli, ikinci tapşırığımıza, ikinci tapşırıqda da biz nə eləməliyik? Deməli, mətnə görə biz bunu tamamlamalıyıq, gəlin, onları da yazaq. Чехов учился после окончания гимназии в Московском университете, где я язырсыңыз. Еще в годы учебы в университете Чехов опубликовал свои первые произведения. Пьесы Чехова «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад» ставятся на сценах многих театров мира. Все творчество писателя пронизано любовью к человеку. Произведения Чехова сыграли огромную роль в развитии не только русской, но и мировой литературы. Бұл бұшы келді, демәлі, язырсыңыз. Вә кечәк бізім нөвбәді 4-ді тапшырығымыза. 4-ді тапшырықта составте словосочетание, употребив данные глаголы в будущем времени. Демәлі, ұшақлар, не нәмәлі? Демәлі, біз бұрда фейлләрі гәләдей заманда язмалыйық, ұшақлар. Кечен дәрстә мән деймішдім ки, демәлі, фейл, bitmiş formada olanda, savirşenli vidda olanda bu şəkildə olur. Sadə, deməli,
форма даулар, простая форма будущего времени. Ама несовершенный вид тауланда по уже демели сложная форма будущего времени олур. Яни ичи сөзден ибарят олур ушаклар. Знать буду знать, поступить поступлю, опубликовать опубликую, говорить буду говорить, лечить буду лечить, построить построю, сыграть сыграю, любить буду любить, ценить буду ценить. Бах бу шәкелдә демәле без язмалыйк. 5-нче тапшырыкта ушаклар не нәмәле? Сонлыклары язмалыйк. Яни онларны да сонлыкларын язак. Замечательного писателя на разных языках, во многих театрах, медицинский факультет, первые рассказы из ранних произведений, первому сборнику сельской больницы, свою книгу, огромную роль. Так, в мировой литературе талантливый писатель. Бах пущаки да Дайандра Федёну я за пилярсенес. Так. Вя алтынзе тапшықта ушақлар. Подберите к данным словам синонимы или антонимы. Яни сөздер верлепті. Вя бұрда да сөздер. Демәлі біз синоним не антонимлары демәлі бірләштірмәлі ете, білә дейті. Хәр бір сөзе, яни синоним, я да антоним сешмәлі. Мәсәл, мен бұрда бұ шәкелді яздым, тапа білерсіңіз. Мәсәл, трудно. Трудно антонимы легко. Чәтін де асанты да. Бақ бұ шәкелді демәлі язы білер. Мәсәл, публиковаться, чап олмуш, мәсәлін, печататься, дия, ікінзі бақ бұрда. Сонра, издаваться, дия да, публиковаться. Ondan sonra rana tez məsələn olursa, geç olmalıdır, düzdürmü? Pozna, bax bu şəkildə. Работать, işləmək, məsələn. Necə olur? Burada dördü tapırsanız, trudiться, например. Sonra частный, şəxsi, məsələn, individualni deyə yaza bilərik, düzdürmü? Ondan sonra молодой, əlbəttə ki, старый. Сильный. Так, сильный, слабый, дия, сеча биляри. Сора, добро, мэсэлэн, так, добро, зло, пушекельда олур. Оннан сора, известный, известный, бизда олур, популярный. Свой, например, общий. Я да, мэсэлэн, өзім, да, мэнім дей, мэсэл, чужой да, мэнім дейл, да, мэсэлэн. Bu da uji sinonim, antonim sinonim da olur burada. Harada ikisini de yazmışam uşaqlar, o deməli biri sinonimdir, biri antonim. Korotki, məsələn, длинный. Bax, bu şəkildə deməli hamısın yaza bilərsiniz. Tak, ondan sonra keçək uşaqlar bizim 8-ci tapşırıqımızı. 8-ci tapşırıqda da bizdə deməli Kaştanka adlı əsər var Çexovun. Gəlin, mən oxuyum və tərcümə edim. Молодая рыжая собака по кличке Каштанка, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и оглядывалась по сторонам. Святый тюлькия чух пензиян Каштанка, адлы генч бир кырмызы и сякиля и реали гири качарах этрафа бахарды. Иногда она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет. Как это могло случиться, что она заблудилась? Бәзен даянырды вә ағлыярақ әвәлдә бір, демәлі, сойықтан донмыш пәнзәсіні соңыра дегеріні қалдырып, қалдырарақ өзіне хесап вермәйә салышырды. Нәзә олды иттім. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но его уже там не было. О, демәлі, сахибіні көйіп кетті ера қашты, ама о, артық орда йоқ үйді. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но хозяин точно сквозь землю провалился. Ой, реализора гери гашты, еня йолын гашсына гашты, ама сайбе санки ерин алтына кирды. Каштанка не находила хозяина, а между тем становилось темно. Каштанка сайбенен тапмырды, демели каранлых дүшүрді. В окнах домов показались огни, евлярин пендересінде ишықлар гүрінүрді, шол крупный пушистый снег, демәлі гар яғырды. Мимо каштанки, толкая ее ногами, проходили незнакомые люди, яды инсалар оны аяқларын алты, демәлі итәлиетілі аяқларыйла. Они куда-то спешили и не обращали на собаку никакого внимания. Онлар хараса тәләсірділер, бә итә фикер вермірділер. Когда стало совсем темно, каштанке стало страшно.
Ватамамиля Гаранлых, Гаранлыхта, Демели Гаранлых Уланнансура, Каштанка и Лапкорхту. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. О, Юзюна Ханса Блока схып, аца аца аглая, да, агламага пошла да. Бахпеля ушахлар, ве онынчу тапшырықта ушахлар не инамалий? Бу сөздерден джумлелер курмалый. Келен гурах. Так, ушахлар, демели, библиотеки играют важную роль в мировой культуре. Китапханалар дюния мэданиятында мюхим роль ойнуюр. Во всем мире издается огромное количество интересных книг. Бүтін дюнияда чохлу сайда марахлы китаплар нәшір олнур. В Азербайджане сохранилось много памятников истории и архитектуры. Архитектуры, демели, Азербайджаны бир чох тарихи дэ мемарлык абидалер горнуп сахланмыштыр. На Бакинском бульваре есть большое количество аттракционов. Демели, Баки бульварында чохлу сайда аттракционнар вар. Напротив нашей, в центре Баку поставлен памятник известному русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Баки бульварында, демели, Бакинин меркезинде, гёркемли рус шаары, демели, Пушкинин абидасы ужалдылып. Напротив нашей школы строится современный спортивный комплекс. Демели, мектебимизле юзбе-юз муасир идман комплексы тикилир. На фестиваль Мугама приехали гости из разных стран. Мугам фестивалына мухталиф өлкәләрдән конаклар келмишти. Бах, бу шәкелдә, демели, видеоны дайындырып яза билярсың, ушаклар. Так, ве кечә инде бизим 11-нче тапшырыгымыз. Ушаклар, демели, исемләр верилепте, ве биз нәчә язмалыйк, 3 йере бөлмәлик, где, харда, куда, хара, откуда, хардан, дия. Бах, бу шәкелдә, демели, предлоглан иштәмәлик. Так. Бурда да сүздәр бар, гелен инде. Демели, язак. Ве бу шәкелдә ушаклар олмалды, демели. Burada öyle predloglar var ki, mesela v iz olmalıdır, na s ya da soyunun. Mesela v şkole, gdje, harda, mektepte, kuda, hara, v şkolu, mektebe, atkuda, iz şkole diye biz işledirik. Gördün mü? Burada v şkole olarsa v ile, onda hardan diyer ise, hardan, atkuda, iz şkolu, hardan gelirsen diyer ise, şkolu. Mesela biblioteki, harda, gdje, biblioteki, kuda, biblioteku, iz biblioteki diyerik biz. Çünkü v iznan olur. Sonra na poçti. Poçta da olarsa na poçti. Na poçtu ve hardan deyilse elbette ki s poçti. Na pragulki. Na pragulku s pragulki. V cirki. V cirk. İz cirka. V teatri. V teatr. İz teatra. V domi. V dom. İz doma. V univermagi. V univermag. İz univermaga. На складе, на склад, со склада. На тренировке, на тренировку, с тренировки. На концерте, на концерт, с концерта. В книге, в книгу, из книги. На встрече, на встречу, со встречи дейрих. На празднике, на праздник, с праздника. На ярмарке, на ярмарку, с ярмарки. Бах, бу шәкелдә олур. Там көрсәдем сезе. Угу. Так, ве 12-де бізде бурда ребусымыз вар. Дайандырып яза білярсым, ушақлар. Каштан ве чашка. Каштан, 3-ю бурдан дүшір, олур каштанка. Итін адым. 13-де дейір ки, артық сөздәрі сешмәлі. Осень, лето, зима ве год. Осень, лето, зима, мәселен, фәсілдәрді дүзді ме? Год, ил бурда лазым дейіл. Дождь, снег, град, луна, ай бурда лазым дейіл. Серая, желтая, зеленая. Бурда да, мәсәл, рәңкті, земля да, ерді. Бурда лазым дейді. Увидеть, покрасить, добежать. Бурлар фейлді, краска да, есімді. Белый, белизна, белеет. Белка сөзі лазым дейді. Тетрадь, книга, дневник, әлбетеки машина дүшір. Пароход, самолет, землетрясение лазым дейді. Поезды. Нагляд, да? Касса, тонна, килограмм. Бурда ики с, бурда ики н, бурда мм. Она гера маска дүшір. Ночь, дочь, печь. Мыш, әлбәттә, дүшер бұрдан. Белі. Ве бізім 14-нче тапшырығымызды. Неча? 1, 2, 5, много, мало дия бұ шәкелді язмалық. Келім, оны да язақ. Неча олды? 1 журнал, 2 журнал. Яни, кіші динсінде оланда біз 1 дия іштәдірік ве 2 дия іштәдірік.
один журнал, два журнала, пять журналов, много журналов родительной поддержки бурда. Одна кружка и симбизда кадын динсен доллар, альбетеки одна, две диабель штадри. Одна кружка, две кружки, пять кружек, мало кружек. Одна страница, две страницы, пять страниц, мало страниц, месалян, это много страниц. Один мастер, два мастера, пять мастеров, много мастеров. Одна страна, две страны, пять стран, много стран, это мало стран. Одна неделя, две недели, пять недель, мало недель. Один стадион, два стадиона, пять стадионов, много стадионов. Например, один парк, два парка, пять парков, много парков. Одно море. Бұрда да уже орта денс, пелерсеніске, одно олмалды. Одно море. Ама два диадерих. Два моря, пять морей, много морей. Так, инди, ичендесе. Так, ага. Шекелда язырам, чушақла. Вақтымызы чоқ апармасын, чүнкі пелерсеніске, юклемекте олмыр, узун оланда видео. Один друг, два друга, пять друзей, мало друзей, одна полка, две полки, пять полок, много полок. Один учитель, два учителя, пять учителей, много учителей. Одно слово, два слова, пять слов, мало слов, одна ночь, две ночи, пять ночей, много ночей. Один портрет, два портрета, пять портретов, мало портретов. Одно задание, два задания, пять заданий, много заданий. Один час, два часа, пять часов, много часов. Один ученик, два ученика, пять учеников, много учеников. Бах пушакельда олмалды ушақлар. Сау олын бюрушари, әлбәттәке каналыма абоне олын ушақлар. Лайк атмағы ұнутмен, әлбәттәке пайлашым. Сау олың.